Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами FastRonLight, и мы продолжаем смотреть за NVIDIA, тут это упорно спонсированной компанией NVIDIA и Red Square. Red Square — это новый игрок среди компаний, предыдущий геймерский девайс, это лучшее соотношение цена-качество, которое есть на рынке. Но помимо стандартного комплекта клавиатура, мышки и коврики, у них есть и прекрасные игровые стулья. У нас тем временем полуфинал Elements Pro Gaming. Играют против какой команды, я уточню сейчас даже. Сейчас я уточню, прошлая игра у нас выдалась очень-очень долгой, перерыв в принципе был короткий, и что у нас по команде там? Команда SK. Второй полуфиналист сейчас выясняется, возможно, игру придется подождать немножко, но надеюсь, что ждать мы долго не будем. Команды Sand King. Ну, вот так вот бывает. И что же, давайте перейдем к самой игре. Ребята из Elements Pro Gaming собираются против Джиггернаута, Адмирала, Рикимару и Дарксира в баннах Shadow Demon, Void, Рокса и Хускар против них. Я уже забыл. Сегодня очень странный день, к тому же еще и International, да, конечно, команда Sand King. Команда Sand King берет, что интересно себе, Sand King, Вермага, Оракла и Мирану в баннах Бэтрайдер. Элдер, Титан, Алхимик и Тимберсоу. Сами же Elements Pro Gaming забанили себе Свена. Ну, в принципе, Свен неплохо бы смотрелся для них, если бы не Джиггернаут. Серьезно. Под стяжку, под Адмирала, Свен отлично заходит, но Джиггернаут более мобильный и более силен на ранних стадиях. Да и, в принципе, в мидгейме он может воевать. И ему нужно меньше артефактов за счет того, что у него сильный магический прокаст. Очень-очень сильный магический прокаст. Ну что же, пятый бан от Сэндкингов. Ну, банят Баншу. Думаю, что это пуш, но я не верю, что здесь зашла бы Банша, серьезно. Я не верю в Баншу здесь, просто потому что... Куда она зашла бы здесь? Зачем здесь Банша? Здесь зайдет какой-нибудь пак. Здесь, возможно, зайдет какая-нибудь Кваба, Тинкер. Но... Пикачу не играет, по-моему, на этих персонажах, поэтому зайдет что-то более агрессивное. Но Тимбер в бане, Алхимик в бане, Бэтрайдер в бане, Кузгар в бане. Что может зайти агрессивного для Пикачу, я не знаю. Но сейчас пятый пик, не хватает корна для команды Sand Kings. Что же, какого кора будут брать Sand King? Ну что же, какого же кора они все-таки возьмут? И это Сларк. Сларк против Джиггернаута и Дарксира с Рикимару. Но Дарксир и Рикимару хорош только не тем, что инвиз с Айншелом отлично читается, но и тем, что тучка и стяжка под тучку есть. То есть все будут тучки, и эта тучка очень-очень противна. К тому же фиксировать в этой тучке всех будет еще и Кентавр. Отличная комбинация. Но опять же, нужно поймать туда Сларка, Оракла также. Поймать в эту тучку, просто потому что иначе он будет от всего этого сейвить. Сейвить своим ультимейтом, сейвить своим хилом и прочими неприятными своими способностями. Ну что же, ждем. Пока что распикают своих героев ребята, и мы сможем наблюдать с вами. Надеюсь, за красивой тотой. Очень надеюсь, что за красивой тотой и... Что у нас? Ждем. Вот, нехотя разбирают своих героев. Мы подождем, что нам. У нас еще будет пауза. Собственно, ставится пауза. И давайте все-таки представим, кто кого уже разобрал. За команду Sand Kings будет играть Freedom Power на Оракле, Know Yourself на Сларке, Gaon Dice на Оракле, Точка на Sand Kings, и ASD будет играть на Мираке. За команду же
Elements for Gaming Заяц на Рикимару, PSM на Адмирале, Madden на Кентавре. Ну и сейчас разберут еще двух героев. Кстати, да, Кентавр, и получается у нас кто пойдет на мид? То есть там был у нас еще Тарксир в пике, и кто-то еще, я не помню, кто от именно фолла выбирает Дарксира. И остается герой для Пикачу, я не помню пятого героя. То есть у нас пятый залетел Кентавр Варчиф, и... Что же будет? Конечно, Кентавр Варранер, но... Ладно. Ждем. Пока что разберется вам героя. Что выберет своего героя Пикачу, и мы узнаем, кто же это. Ну что же, хочу напомнить, что вы смотрите за шестой квалификации на Dota 2 M-Video. И Red Square, конечно же, мы сразу убираем. Худы, почему бы и не оставить нам худы на всю игру, но, к сожалению, нельзя. Ну что же, ждем, пока что разберут. И да, это Джиггернаут. Джиггернаут для Пикачу. Медовый Джиггернаут, почему бы и нет. Медовый Джиггернаут — хорошая идея. И получается, Адмирал Кунка на Коре, да? Нет, PSM саппорт, Пикачу, сейчас Заяц. Заяц и PSM саппорты, Флоу, Флейнер и Мада на Коре. Серьезно? Ну вот, ждем. Ну да, вы смотрите шестую квалификацию, в принципе... У нас уже более-менее финальная часть. И остается пару игр для победы на этой квалификации. Серьезно, вот ровно две игры остается одной из этих команд. Напоминаю, что призовой фонд самого турнира составляет 300 тысяч рублей. За первое место вы получите 150 тысяч рублей. За второе место 100 тысяч рублей. За третье 50 тысяч рублей и 5 пар наушников Red Square Sonar. За четвертое место 5 клавиатур Red Square Tesla RGB. Ну, конечно же, сам гранд-финал будет проходить в торговом центре Авиапарк, и он будет проходить, собственно, 4 сентября. Так что, если вы живете в Москве и желаете посмотреть на сие зрелище, вы можете приходить. Я, наверное, сам туда также поеду, но вот заруба там обещает быть интересной. Но мы пока что ждем, и что же так долго у нас Elements Pro Gaming? Ждем. Ожидаем по-прежнему. И что же у нас так долго? Очень и очень много. Ничего больше в чат не писали, ничего больше в чат не писали. Это мало ли, я что-то пропустил. Ну и ждем по-прежнему, ждем. По-прежнему мы ждем, по-прежнему у нас ничего нету, и надеюсь, что побыстрее будет у нас ASD. По-прежнему ждем мы ASD, почему бы нам не подождать ASD? Давайте посмотрим на прекрасные статуи, на шикарнейшие статуи Весломенко. Очень странный. I got Ubiquitous. Няшный. Диггернаут и Shadowfiend без надписи с арканой. Все готовы, все разбирают своих персонажей. Давайте посмотрим здесь. Отличная сцена Адмирала. Такой, я не знаю, рыцарь, что ли, или как его еще назвать. Ну вот, красивые. Здесь постройки. Готовься, продава. Это, не знаю, в каком языке. Что же. Итак, Филин Пауэр на боте у нас уже стоит с интрями. У него, в принципе, все
есть, что ему нужно, но разбегаются ребята по линиям, поставили просто друг другу лейн варды, все делают довольно-таки зеркально, ну, в принципе, команда одного уровня, и по игре я даже не знаю, кто уже окажется сильнее. Первый раз, по-моему, за квалификации Elements Pro Gaming играют за темную сторону, ну и Заяц. Заяц, они здесь гуляют, может сейчас попасть под стрелу, и Заяц... Ну, Заяц ждет. Ждет, пока что появится руна, чтобы постараться ее украсть. Но у Мирана есть сентри, у Оракла есть сентри, там у них две пачки закупленных сентри, и у самого Рикимара также имеется сентри варды. Ждут, пока что появятся руны, и Рикимару должен, по идее, съедать Центрио первым, потому что он его ожидает, и накидывает время, чтобы Пикачу, Пикачу выходит, сейчас будет очень агрессивно играть, Пикачу получает два удара в лицо, и Пикачу раскручивает, как же он больно делает все свои раскрутки, и слушает, но Юсеф качал зеленую пассивочку, и зачем это сделал, и хитает, сразу теряет свою жизнь. Минус на UCL, погоня за АСД, и Пикачу по-любому выживет. Ну и Заяц, Заяц режет спину АСД, еще и щитком бежит до конца за АСД, АСД потихонечку умирает, и должен за АСД, АСД сейчас должен играть, 40 типа остается, и минус АСД, и 0-3 сразу выходит вперед, у нас Элемент Прогейминг, и здесь у нас еще на топе стоит Моден, Моден на Коркентавре. Посмотрим, как же будет выглядеть Коркентавр, мне даже самому интересно. Ну вот есть Джигинал, что в меду у нас, и подстраховка на лейт. Стрела, ну, маленького крипа. 15 золота за 100 маны. Не самый приятный обмен. Вот если бы примерно хотя бы 100 золота за 100 маны, тогда бы хорошо. Но там 15 золота не выгоняют Кентавра. И где саппорты? То есть здесь PSM уже идет. А вот где же Рикимару? Рикимару слово стоит на бочке. То есть это будет 2 даблы. Расчет был на 2 даблы. И здесь еще посмотрите, как же фол отводит крипов. Хорошо, флоу. Флоу слишком поздно. Нужно дать тычку по себе сделать с крипом. Но здесь, к сожалению, уже их встречают. И крипы, и заяц. Заяц начинает напрягать оракла. Оракл, оракл. Оракл еще тычку скинул. Вот если бы получил такой возможный подобрал. Хотя щиток второго уровня точно бы забрал. Ну и так, продолжается у нас игра. Здесь Ирина накидывает щиток на крипов. Щиток, в принципе, не так пока что сильно работает из-за того, что он первого левела. Ну и снова флоу делает плохой отвод. Хотя тычка и все крипы агрится туда. Итак, что у нас? Филинг Пауэр вынужден взять фласку. За ним выходил, как я понимаю, Рикимару. Потратил, к тому же, половину маны у нас Филинг Пауэр. Ну и здесь сильно-сильно мешают. Очень сильно мешают стоять на линии эти два персонажа к новой сел. Тем временем сможет пострадать Рикимару, хотя пока что не страдает. Итак, Рикимару получает вторую себе способность Дарксир, ну и никак не может нормально простоять на линии у нас на UCL. Посмотрите, у него просто имеется 5 видов крипов, в то время как у нас Кентавр Баранер убивает в топе тем временем Сэнд Кинга. Ну и здесь Пикачу, Пикачу, Пикачу. Лосит крипов, у Пикачу все шикарно, у него 13 добитых крипов, 8 зананайных, стоит он против Мирана, у которого 4 добитых крипа и 1 зананайный, но в общем все очень тепло, очень-очень плохо у АСД, не может он взять Пикачу, да, он пытается его на харасе, но у Пикачу в любом случае есть, если что, хилен варты, Пикачу, еще тычку давай, и еще тычку давай, может быть тычку, хорошо, добивай все-таки этого крипа, гоняет Сентлинга на его линии, в принципе, неплохо. Ну и Сент Кинг. Что у нас? Сент Кинг, второй левел. Сент Кинг, что у нас? Бригад еще и... Каундайса. Кунка убивает Сент Кинга в конце концов. Ой, был лоу хп. Видимо, этот путешественный Торрен залетел и убил его. Торрен теперь второго левела. Пикачу. Пикачу четвертый, этот получит шестой. У нас, скорее всего, умрет Мирана за свою наглость. Пошел, конечно же, Стар Шторм, но это не важно, потому что здесь у нас есть что Мирана. Фласку, кстати, юзанула у нас. Но, блин, фласка... Конечно, восстановит здоровье, прикольно, но Пикачу-то сейчас просто съест Тангус и считай, дальше не будет ничего бояться. Так, Пикачу, ну вот Старшторм сейчас может его убить. Мирана прекрасно это понимает, но у него есть Блэйд Фьюри. Мирана начинает очень агрессивно играть, можно на развороте. Джиггернаут на развороте. Развести на Старшторм, может сразу же Блэйд Фьюри и постараться забрать Мирану. Ну, конечно, надо сделать випаут, но она потратит очень-очень много маны. И пошел у нас сейчас на Старшторм, так и на Старшторм и сделал Пикачу. Пикачу, господи, почему-то хочу на Старшторм и на Пикачу. И
Мирана на 7 хп липала, почему так поздно? Почему так поздно, Мирана? Она же могла умереть. То есть, ну, нанеси ей Джиггернаут туда там тычки на парочку урона больше, возможно, даже с нескольких тычек она бы умерла серьезно там. Но у нас тем временем просто счет 0-5, кто еще отъехал у нас. Кунка бывает Сэнкинга, Сэнкинга бывает Раннер. Ну, в принципе, два раза нафидел Сэнкинг. Ничего, абсолютно ничего не боится Кентавра. Здесь Голундайз с сапогом, плюс еще и Рикимару с подхостой бегает. Ну, Рикимару вообще ничего не боится, серьезно. Время Пичу ловит стрелу, но здесь Рикимару понял, что стоит центр и сразу отсюда убегает. Ставится Хиленвард, Хиленвард разбивают, но вот Пикачу очень и очень опрометчиво сделал сейчас. Он поставил Хиленвард просто под надзором Мираны, и он думал, что она его не разобьет, но вот, к сожалению, для него был разбит этот Хиленвард. Ну что же, продолжается у нас тем временем игра, и что, Джиггернаут, АСД. Фармит, все фармят, вот Джиггернауту немножко легче стоит, ну, потому что Джиггернаут, в принципе, можно как-то Мирану сейчас развести на лип, когда отпуш на линии в твою сторону, и там могут снова ловить сейчас Сэнкинга, его забирают, 0-6 счет, самое время включать нетворцы, там в 3000 по золоту преимущество у ребят из Limited Pro Gaming, по экспириенсу где-то в 2000, ну и полуфинал у нас выдастся, как я понимаю, Густом Адмирал. Стукает здесь по крипчикам, PSM, ну вот PSM продолжает фармить крипов. Тем временем здесь вот Пикачу, очень агрессивно действует, Пикачу может умереть, Пикачу не стал тратить свой ультимейт, но вот хорошо полетел Асфогер на сейф ДП, и Мирана без маны, вот сейчас прилетит Пикачу, ведь и убьет Мирана с одного Омни Слэша. А что у нас на топе? Здесь Кентавр, Кентавра, выбрат убийство происходит на топе. Но в итоге Кентавр очень-очень много золота сейчас получает. Почти что есть у него вангвард, не хватает ему буквально 28 золота. Заяц, нету маны, чтобы блинкануться на Мирана. В итоге Миран немножко отпивается с батла, и Заяц нужно нарегинить как-то ману на тучку. Так, Рикимару на бой, тянем флоу. Флоу 6 левел. Флоу убегает, конечно, нет смысла, что у него стенки пошел теперь ему Кентавра и снова забирают бедного Сэнкинга. Конечно, теперь это не в нулейный счет, а 1-7 немножко подвидел. Пикачу тоже надо просто на первом месте находится Кентавра. У Кентавра просто 3К на творца. 3К на творца. Только с ДД у нас Мирана пробивает Пикачу. Серьезно, закончится ДД, она опять перестанет его убивать. Ничего не сможет ему сделать, Пикачу вот, тем более сейчас отхилится. Он уже себе 3-4 тычки Мираны отъел, потому что у Мираны 80 урона. 80 урона, но входит Пикачу только 40 урона. Конечно, всем его хп пулом, смотрите, он ничего не боится, Мирана стоит его и накидывает, но ему абсолютно пофиг. Так, Пикачу, может быть, дать ультимейт, попробовать убить, там вроде бы должно как раз хватить, если ты прыжка, если она не успевает делать лип-аут, ну, нужно играть агрессивно, не знаю, раскрутиться, пойти по тавер, дать ультимейт, пошло стрела. У нас Пикачу, или же как-то тебе Рикимару поможет зафиксировать Мирану, например, почему бы и нет. Старшторм раскручивается, Пикачу, прыгает туда Рикимару, ультимейт, Пикачу, 2 с ФТП есть, и нужно спасаться всем, но разбить нас с ФТП, тратят деньги у нас с Энкингем. На топе по-прежнему стоит Сэнкин. Здесь Мадан фармит крипов. Не знаю, ожидает чего-то такого от Сэнкинга, наверное, ожидает, соответственно, его ошибки. Так, Мадан продолжает ластхитить. Что у нас? Мирана с волшебством подбирает. Волшебство, стрела в никуда, забирает крипа мага, в принципе, себе сейчас приносит, что у нас, Пикачу приносит бот. Решает играть через бот, подумал, что подхил ему не помешает, пошел передним PSM корабль, и еще и тучка, хорошо сыграл Рикимару, отличная игра от Зайца, просто убивают сейчас еще и Гора, то есть, мало того, что не миссит всю команду Сэнкингов, они еще и убивают Гора. Они просто убивают Гора. Но это уже на самом деле издевательство.
Это серьезно. Просто-напросто издевательство. Тренинг крест, BSM. Тебе сам дает тычку и возвращается. Ну вот, на самом деле, Адмирал Саппорт по кулдауну заезжает в Азии, и там он действительно неплох. Ну и Пикачу 7-й левел, у нас в миду, Чикенаут, еще вас хитит 8-й левел себе берет, вкачал наконец-таки криты, возможно, с критами у него дела пойдут лучше. У него, в принципе, и без критов дела шли хорошо, но, к сожалению, смерть-то одна имеется, не синергистов, и пару саппортов кентавр. Сейчас он должен скушать стомп тауэр, имеется вкачанный полностью дабл эшку, стомп всего лишь в 2, и также турн в 1, 30% от силы возвращается. Стоит там, когда возвращается 30%, но если атаку его врагу, то он в процентах от своей силы. То есть, по сути, у него сейчас 15 урона, возвращение так 75%, это многовато. Это серьезно многовато, и снова у нас забирают на боте всех, и это уже даже не смешно, а серьезно. Там ставится стенка, там у Флоу появилась стенка, Флоу 8 левел, ставится тучка, пытается забрать еще. Ну, уже Оракла без проблем не заберут, Аллы так у всех забирают. Серьезно, забрали Райта, забрали этого, забрали еще Огрмага, забирается лутри на боте. Джиггернаут, если бы мог, забрал у нас Мирана на топе. Ну и в страхе находится Сэнкин, 7 левел на топе. То есть, серьезно, у нас Овныч на всей карте, я говорил, там через Омни Слэш могут забрать. И как только я отвернулся, там сразу пошел Кирилл. Ну, допустим, Кирилл, когда вообще дает просто же свой ультимейт или нет? Хочет уже мать, но Сэнкин совсем уже забываю про название. Собственно, скиллов забирает кентавр. Тауэр и кентавру. Хорошо, кентавру имеет много золота. Три топ-борса команды Elements Pro Gaming. Ну и, блин, очень-очень хорошо у нас здесь играют EPG. Серьезно, у нас просто они отлично отыгрывают. Но у нас тем временем определился ли второй финалист, полуфиналист, точнее, пока что. Но нет, играются еще слоты за полуфинал, так что, возможно, мы еще успеем выйти на полуфинал. Флоу, 8-й левел, юзаются арканы. На боте тем временем у нас Каунт Дайс, Фаред, Крипов. И Know Yourself. Know Yourself, ну, у него все очень и очень плохо. ПТ-шка и капелька. 4 капельки у него имеется, точнее 4 заряда капельки. И здесь заяц видит явление Мирана. Мирана 8 левел, что у нас по левел Джиггернаута, Джиггернаут почти 10 левел, серьезно, но это не смешно. Когда так сильно проседаешь по всему, чему только можно, теперь выход у нас от Пикачу, Пикачу хилится, Пикачу за счет тотема доломает, Пикачу из него будет пошел, пошел даже стампит, раскруточка на хиллер пауэра, минус хиллер пауэр, и Пикачу должен еще и выживать, заяц средний позиции Пикачу, и пошел корабль просто для бафа. PSM, что значит, что это? PSM, ну, очень странная игра, PSM, давай гитар, PSM, в конце концов, умирает, но хорошая сташка по тучку, и минус еще, и Сларк, давайте, убейте также Сэнкинга, убивают всех, 2-16, счет, страшно смотреть на графике, но мы посмотрим, 7500 по Ксвинемсу, 10 тысяч по золоту ставится. Обсервер вард, как раз таки прямо по центре, должны убивать этот обсервер вард без проблем. Маден, 11-й левел, почти же свой поднял, ну и Мадена вангвард, у Мадена худобный файнс, начинает его они ломать, также еще и мидл тауэр. И там, понимаете, у кентавра почти что перефарм два раза, нежели у какого-нибудь сладка. Ясен. Так, я не вообще потрапала здесь с микрофоном. Случились. Там в два раза почти что перефарма. Это плохо. Это очень-очень плохо. Здесь у нас видит Мирану, могут ее забрать. Кентавр. К сожалению, без огонька. Должен в скором времени исправлять. Ну, кентавр. Ты сколько там МС дает, по-моему, максимально 522 союзников. Максимальная скорость. Собственно, 22 пошел за ним ультимейт, 522 скорость. С помощью ключи. Тиммейт Пикачу забирают быстренько у нас Сларка, башенька потихонечку у нас падает. Пикачу неплохо разрядился Омни Слэш, особенно вход смог скрин. Пока что Овнит серьезно всех
У нас Сларк 9 левел, когда Джиггернаут просто 11, ладно, он гор, а Тауэр 11, хорошо, он гор. Ловит еще Гондайса, Гондайс отправляется в таверну. Минус Гондайс, еще за это забирает себе килл. Серьезно, просто доминация, тотальная доминация от Elements for Gaming. Просто тотальнейшая доминация. Маден. Ласит катапульту и сейчас атакует Тир 2. Тауэр. Появляются барабаны у PSM. Так, барабаны у PSM, и сейчас вроде с барабанами должны разрушить, но вот не знаю, а Юрнаут ставит через Гуард. Башенка. Башенка потихонечку падает, ну, в принципе, он не потихонечку, она там среди резво падает, Юпит. Кентавр с этого атаки, и фу-фу-фу-фу, там же ДТЛ Пикачу. Сразу нельзя депать на топ, нет, депать на топ нельзя, хотя вроде бы стоит, может быть, глиф даже берете. Глиф не нажимают, и продолжают идти по своей линии, решают дойти на хаграмм. Почему бы не зайти на хаграмм, когда у нас есть перепан, когда у нас есть столько всего, у Пикачу почти что есть ультимейт. Хилин Влад в скором времени будет, пошел Торрен, но он сходит с хайграунда, а вот Маден не боится ничего, серьезно пошла скила, но там она попадает крипа, на самом деле сейчас крип защитил Мадена от, наверное, смерти, хотя какая смерть, там нечем пробивать Мадена, особенно на пустом, кто связает, продолжает Тауэр. Тауэр остается 350 здоровья и минус линия на 17 минуте, это... Шикарно. Я знаю, что сейчас 15 минута, я просто гляжу вперед, и на 16-17 минут смогу снести. Хотя, возможно, даже сейчас смогу снести, но он долго без этого там. Тренинг блинкаются от всего. Терпит Тауэр упал. И знаете, что я скажу? Больше нет опасности для Эмин, потому что Сент-Кинги не представляет опасности. Хотя, ну вот, пошел выход от Новицов, он получает стампит по лицу, получает пустом. И все, что только можно, он прописывает ПВП, и эта карта заканчивается 15 минут. Я напоминаю, что это полуфинал нашего турнира. Подошли еще и Сонкинга, прописывает ПВП. У нас заяц, ну серьезно, как ПВП, и отлично задавили Эмин Спортинг. А мы вернемся после небольшой, надеюсь, паузы. Напоминаю, что трансляция является NVIDIA и RedSquare. И RedSquare — это новый игрок среди компаний. Производящие геймерские девайсы, это лучшее соотношение цена-качество, которое есть на рынке. Ну а помимо стандартного комплекта, клавиатуры, мышки, коврики, в ассортименте есть игровые студии. А мы уходим на небольшую рекламную паузу.